Всем привет, я Даша. Я спешу вам сказать об одном своем заказе на Алиэкспресс. До такой степени спешу, что, видите, я даже еще с мокрыми волосами. Не до конца высушена, но меня просто не утерпешь. Маленькая предыстория. Значит, я люблю вышивать крестиком. Есть такие наборы для вышивания, где схема, каким цветом вышивать, в каком месте и каким именно крестом, она и сколько нитей. Вот прямо на самом холсте, так сказать, если можно так выразиться, отклонение слова забыла, обозначено. То есть такой читерский подход, то есть вы вышиваете не по схеме, а по более облегченной версии, рисунок на самой ткани, потом все смывается, то есть он не будет проглядывать сквозь ваши швы. В поисках очередного набора для вышивания я обнаружила нечто похожее. Есть, оказывается, такие картины, ну что, то есть на бумаге помечено, каким цветом здесь нужно закрашивать и какой именно участок. Это схоже вот с наборами вышивки, о которых я вам рассказывала. И вообще я художник от слова худо. Но мне стало интересно, я захотела попробовать, и поэтому я сделала заказ такой картины. Я выбрала самую дешевую, потому что я не знала, ну, кстати, это не дешевое удовольствие, я не знала, ну, как бы, зайдет ли это у меня, понравится ли, доведу ли я вообще до конца, поэтому взяла самый такой дешевенький, простенький. Сегодня он ко мне пришел, выглядит вот таким образом, даже не помещается в камеру, а нет, помещается. То есть что-то такое прямоугольное, я чувствую сквозь упаковку, что здесь она вакуумная под внешней оболочкой. Вообще я представляла, что придет какая-то коробка, и внутри будет, ну, разумеется, сам холст, краски, кисточки и, если повезет, инструкция. Давайте откроем, посмотрим, будет ли это соответствовать моим ожиданиям. Упаковка, как можно видеть, и правда вакуумная. Можно видеть, что здесь, видите, в рулончик, видимо, это холст свернут. Вот здесь рисунок, это будет Тадж-Махал. Я немножечко по Индии неравнодушна, в общем, к ней, поэтому Тадж-Махал. И здесь есть, да, краски, действительно. И что-то еще. Есть кисточки. Сейчас распакуем и посмотрим. Я все распаковала. Инструкции нет, зря я надеялась. Есть, как я уже показывала, то какое, вот, в общем, то, что получится. То, что оказалось в пакете, выглядит как такой дешевый вариант пенала. То есть, в принципе, по первости будет легко здесь все хранить, доставать по мере необходимости. Но если буду заниматься этим постоянно, то, конечно, надо будет придумывать что-то более надежное. Более три кисточки, вот такие. А здесь же какие-то два болтика, два шарнирчика. А, это чтобы потом картину прикрепить. И, как и в случае с наборами для вышивания, краски, то есть у каждого цвета нити есть свой номер, здесь у красок тоже есть свои номера. Если честно, мне немножко страшно распаковывать холст. Кстати, вот очень удобно упаковали, потом его можно свернуть и хранить, если что. На ощупь это как ткань. Конечно, не такая, как для вышивания, там канва такая более, кто вышивает, тот знает. А здесь, это ткань, это не бумага. Вау, вау, мне уже нравится. А нет, в общем, здесь на самой ткани есть, видите, разделено. Разделенную на участки. И здесь же завернута. Вот она. На бумаге та же самая схема, что и на ткани. Прямо вообще нечто. Знаете, у меня сейчас в работе одна вышивка. Там ангел нарисован.
Я хотела сначала ее закончить, думала, пусть у меня это лежит, есть пить, в конце концов, не просит. Но, ребят, я не выдержу. Я же умру от любопытства. Не хочется попробовать. Я придумала. Значит, я вышиваю менее часа в день. Я подумала. А что мне мешает делать и то, и другое? Время, в принципе, позволяет. То есть еще один час я себе могу позволить выделить для этого. Я буду час вышивать, час раскрашивать. На этом все. Ссылку на процесс я пока не оставляю. Я хочу сначала нарисовать. Потом уже, если мне понравится, я потом расскажу, как у меня все прошло. И оставлю ссылку на процесс. Только не настраивайтесь, что это будет скоро, потому что у моей тети подруга, у нее хобби вот такое как раз, по номерам раскрашивать, и она говорит, что это примерно так же долго, как и вышивку. То есть предыдущая вышивка у меня заняла где-то 90 дней, если я не вру. Но я совершенно точно помню, что это было 212 часов у меня заняло, я считаю. И, скорее всего, эта картина займет, ну, если не столько же, то приблизительно такое же время. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать, показать. Пока. Конечное видео будет уже совсем скоро.